Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас, хотел сказать, Brawl Stars, нет, у нас сегодня Castle Clash, и сегодня мы будем делать обзорчик на еще одного героя, прокачанного на максималку. Я ради теста, ради интереса сделал вам такого вот бугимена. 13-13, 10-10. Ремочка плюс шестерочка. Здесь он будет у нас сразу же критовать жестко. То есть прокачка собрана на урон. Ну, конечно же, там можно было бы доролить, позаморачиваться, слить пару миллионов самоцветов и наролить максимум. Но мы этого делать не будем. У нас, в принципе, и так герой дамажит. Мы сейчас посмотрим на его максималку. Я вам показывал его в боях, в кошмарке. Так, где там-то? Вот он. Вот такие вот, я сказал, вот он. Вот такие вот у него статки, как видите, довольно-таки неплохие. Сюда мы добавим еще панчбокса. Вот так вот. Это будет убивашка, я думаю. Сейчас мы это проверим. Поехали, посмотрим. Я вам показывал бугимена на тестах уже, на подземке. По-моему, кошмарка, если я не ошибаюсь, 4-9. Здесь у нас есть очень веселый месса. Сейчас у меня надо смотрителя убрать, потому что сейчас тут смотр посливает, конечно же, половину. И, наверное, панчбокса нам тоже придется убрать. 33 ляма, ну, что-то такое не особо. 26. Это при том, что он собран, в принципе, на хороших домах. Давайте посмотрим. Уберем смотра. Так, красный, красный, зеленый, зеленый, зеленый. Надо, значит, вместо зеленого поставить серенького. Вот так вот. Нету у нас смотра. Сейчас я, наверное, уберу. Давайте еще панчбокса отсюда. Уберу ремку. Пусть будет у нас грубая сила. Ну, так как, в принципе, мы не на PvP локациях. Так, на ком там грубая сила у нас? Она увеличивает еще крит. Плюс 100% дамага и на 1-2 крит. Так как он у меня собран на крит, он сейчас просто будет ушатывать. Я надеюсь. Такс. Есть. Вот такая вот сборка. Убираем панчбокса отсюда, потому что он нам нафиг здесь не надо. Пока посмотрим без него. Так, без питомца. Смотрим. Смотрителя у нас наконец-то нет. У этого месса 80 миллионов жизни. То есть 10-й пакт у нас, он как минимум, ну, всего лишь 15к выбил. Странно как-то. 5800. То есть, как видите, по сути, а вот 57 лямов. Неплохо тогда такой разброс по урону. Каким образом у нас урон проходит? Я даже, честно говоря, не знаю. Потому что если смотреть обычный удар 5, 700, там 10 ляма, ну хорошо, крит там, ну в 2, ну в 3 раза, ну 30, ну не 57. Какая формула, какая механика, непонятно. Вот смотрите, 52 ляма. Странно как-то. Это у нас 10-й пакт, который реально очень круто дамажит. Вот 26 лямов всего. Такой разброс, ну, он по идее не должен быть, если у вас одинаковые 22 ляма. Из-за чего вопрос? 21 лям обычный. По сути, у нас на герое должна быть стандартная, как бы, стандартные статы, они должны быть стабильны. У нас нету нигде вариаций. То есть, каким образом 240%? Здесь плюс 100%, тут плюс 40%, и все время у героя разный дамаг. То есть это говорит о том, что как бы, ну,
не стоит верить тем показателям, которые нам показывает IGG в статах. То есть от минус до плюс, там, я не знаю, то есть не тысячу, там, некоторые говорят, 1000%, там может быть 500% бить он. В общем, я не понимаю, какая механика, но судя по урону, вот сейчас 20 лямов ударил. То есть сейчас 39, ну где-то плюс-минус, ладно, я согласен, 2 раза больше. Давайте еще раз запустим. То есть очень большой разброс по урону. Вот смотрите, 17. Тридцать два. Это причем, ну, у нас уже нету там ничего такого сверх накрученного, то есть мы убрали панчбокса самого. Вот 54. Каким образом такой разброс, я, честно говоря, не понимаю. Вот 13 без крита. Что это такое, я не знаю. Ладно, окей, поехали. Теперь его собираем на PvP локации. То есть я вам показывал его и с бастом, в принципе, что с пактом он все равно, что так где-то плюс-минус сливается. Но тут он должен просто тупо нафиг выносить всех, у кого нету ограничения. Ставим ему обратно ремку, ставим ему панчбокса, идем пробежимся по локациям. Такой сборки. Он должен просто тупо выносить, по идее, всех. Давайте просто с рейда где-то забежим, поищем противников. Тут у нас, как видите, присутствуют. И юниты. Что-то, как обычно, английский сервер тупит. Нравится, нравятся мне такие заходы. Когда забегаешь, а герой просто тупо и все зависает. Он настолько крутой, что просто игра не выдерживает его урона. И просто тупо зависает. Вот, отлично. Так, давайте выпустим Арктику, пусть ее сольют. А теперь Бугич. Тыдыщ. Ну, что я могу вам сказать? Хорош. По урону, я не знаю, вы посмотрите там на повторе, сколько там урона у нас прошло. Но сборка действительно таки неплохо дамажит. Единственное, надо еще найти противников без юнитов. Но на PvP локациях, думаю, он сейчас будет нас удивлять. Даже очень удивлять. Блин, еще попробую найти Расту без юнитов. Такс. Единственное приятно, что он не сливается об отражалку. Если он ультанет, то он ультанет реально очень круто. Целей, конечно, маловато, но он бьет очень приятно. Итак, прошло полчаса в поисках противника, и мы никого не нашли. Блин, пипец. Единственный сервер, где юниты на каждой базе.
не знаю, там на других серверах, а здесь просто тупо ребята не расстаются с юнитами, походу. Ладно, мы, в принципе, можем же кинуть зефирку. Чем мы действительно паримся? У нас есть уничтожитель юнита. Сейчас заодно и проверим. Хорошо, Зефир. Кстати, юнитов сливает. Круче Анубиса. Раньше Анубис тащил, сейчас он тащит. Так, смотрим. Он досливает последних юнитов. А, смотрим так, чтобы заряд. Франк у нас ударил. Космо ударил. Чик. Ну что, землеройку он не ушатал. Но я вам скажу. Блин, посмотрите, он не землеройку практически ушатал. Троих он просто вынес. То есть, и в принципе, это очень, очень неплохой вариант. Единственное, надо подбирать момент выпуска. Так, что у нас тут? Тот же самый вариант. Давайте попробуем. Кстати, мне интересно посмотреть. Сейчас единственное, юнитов надо слить. Потому что Космо очень сильно иногда гадит. Так, все, юнита убрали. Космо ударил. Ну, посмотрите. Блин, до половины убил. То есть не полностью, но оккультиста вынес. Учитывая то, что оккультист еще дает неплохое усиление на деф, я считаю, это неплохо. Так, тут у нас нету интересных таких героев. Мне интересно именно смотреть на Фрэнка. Фрэнк, Космо, то есть такого плана героя, которых реально надо ушатать. Тауэр. Даже возьмем, давайте такой вариант. Достойно. Минус 2, то есть ворожея он сливает. Если вам мешает ворожей, можно его брать на битву гильдии, когда юнита вы добьете. Так, я хочу еще найти с Фрэнком раз, то и пойдем на PvP локации смотреть. Нам нужен Фрэнк, так как он тоже бафит себя на деп. Именно против него, против Космо, против ворожея. Смотрю, ребята с минотаврами, это они сидят на автокликере, на батл пассе фармят, скорее всего. Блин, сложно расу найти. Давайте забежим к Машке, посмотрим, что у нее тут делается. О, отлично, Фрэнк есть. Поехали. Можно даже ворожея подкинуть для такого дела.
Так, землеройка, Фрэнк. Все, юнитов убрали. Чик. Без проблем. Просто чудесно, ребят. Единственное, Фрэнка, я смотрю, он за первый заход не слил, но слил за второй. То есть, таким образом можно сливать 2-3 героя таким героем. Блин. Очень крутой вариант на битву гильдии, я вам скажу. Давайте еще раз попробуем. Посмотрим, как будет тащить. Так. Самое главное юнитов убрать. Все, юнитов мы убрали. Смотрим, Фрэнк сейчас ударит. Чудесно просто. Посмотрите, как он дамажит обалденно. Вообще просто супер. То есть вариантов здесь выжить очень мало. То есть у нас осталась там землеройка, так как у нее уклонение очень хорошее. Но мы слили Фрэнка, мы слили, допустим, там ворожея, которые дают отхил и могут напортачить. И Фрэнк может убить. В таком варианте можно даже Ронина уже выкидывать. И, в принципе, он будет нормально тащить. То есть пройти на битве гильдии можно его использовать. Реально очень круто будет получаться. Так, окей. Поехали эту сборку затестим на арене. Так, есть он у меня? Есть. Он сейчас, ну, конечно, против этих он просто тут их будет ушатывать. Злобный Ронин. Вот лям. Лям 200, лям. Неплохой урон, я считаю. С руки. Критом, но он у меня заточен под крит. Оп, остался только один огник и ПБшка. Нифига себе. Вот если бы он реально попал... Огник сейчас. Панчбокс вынес Огника. То чувство, когда панчбокс круче Огника. Ну, неплохо. Я считаю, блин, для PvP локация это один из топовых героев, благодаря тому, что у него иммунитет очень классный к отражалке, плюс дамаг просто нереальный. Он реально круто смотрится. Ну понятно, он тут сейчас сдохнет, тут без вариантов, но посмотрите. Посмотрите, остались только два героя, которые реально, ну его уж... Нифига себе, он просто огника ушатал. Осталось просто Фрея. Жесть. Ну круто, круто. Тут вопросов, думаю. Давайте еще раз посмотрим, хотя бы какие там герои были. Ну там шестой прорыв, но все равно дамажит он конкретно один раз и конкретно причем. Посмотрите. Что есть, то есть. То есть дамага тут очень много. А, поехали на забытую. Вот против кидаем против Асуры, у которого встроенное отражение. Так, а чё это было? Чё это было? Я хотел на него напасть. Чё за подстава? Вот чё за подстава? Пипец. Так, ну пробуем здесь. Пробуем. Землеройка. Сработает первым или нет? А нифига. Нифига землеройка здесь не сделает, потому что тут скорость атаки намного выше, если я не ошибаюсь, и он первым будет включаться. То есть как бы там ни старались, все-таки Бугич на сегодня один из топовых персов для PvP.
для битвы гильдии, как видите, в такой сборке он просто нереально круто ушатывает. Хотя бы 2-3 перса, которые хилят там, либо приносят очень много вреда. Так, ну я не знаю, кого тут еще найти. Давайте попробуем на ворожея. Ну, я сомневаюсь, что здесь топовые пачки, но будем надеяться. Вот тут Фрея. Фрея сейчас его разберет. Что-что, Фрея разберет. Видите, дефа у него очень мало в такой сборке, но это пофиг. Самое главное, что он просто ушатает 3-4 героя 100%. Даже, я думаю, в максимальном дефе мало что можно сделать против такого героя, потому что у него дамаг реально очень крутой. Надо будет потестировать против максимальных дефов, я этим займусь очень скоро. В общем, блин, я, честно говоря, балдею от этого героя уже, потому что он нереально крутой. То, что он делает, это, конечно, круто. Ну, к сожалению, как видите, приходится воевать против бочек. Блин, он убил бочку, значит, он супер меха имба. Ну, все, у меня тут уже попыток нет, к сожалению. Поэтому тут все будут выноситься уже таким вот образом в одну калитку. Ну, не знаю, что я могу сказать. Обалденный герой. Максимальная атака ему, в принципе, очень круто заходит. Поэтому есть возможность. Бастион, Пакт — это самые такие на сегодня оптимальные для него варианты. Собираете, в принципе, ремочка и проблем на PvP локациях у вас в вашей пачке очень много. Ну, конечно, можно на такого же попасть. Вот, кстати, с Вовником попробуем. Вот, посмотрите, землеройка просто ушаталась. Ну, конечно, тут останется Огник и Фрей, и они, естественно, его сольют. Тут без вариантов, но он троих убирает. Что делает возможным просто-просто... увеличивает ваш шанс на победу в катке. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков с максимальными прокачками. Пишите, какие герои вы хотите увидеть на максималках. Всем удачи, всем пока.